приятно шелестит. Надо бы, пацанчики, хату намутить. Захожу в контакт, нахожу барыгу. Выглядит цивильно и вроде не ханыга. Ценник заебательский, типа зовут Андрюша. Пиздит проникновенно, садится мне на уши. Я завтра уезжаю, поверьте, будет четко. Вот тебе ключи, чувак, завозишь свои шмотки. Забашлял за месяц, завтра заезжаю. Пиздец мне фартануло, Андрюшу уважаю. Затаскиваю шмотки, открываю двери, смотрю на всю хуйню. Не могу поверить! Кинул, 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 сука, кинул! 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 Извини, дружище, никуда я не поеду. Хату мы с тобой пополам поделим. Денег уже нет, о них не заикайся. Че замерз в дверях? Проходи, располагайся. Слушаю я Андрюшу и охуеваю. Пьяно чепушила, хуйню мне затирает. Быстрого решения проблемы я не вижу. Тут и так понятно, Андрюшу я отпишу. Педрила улыбается и сидит довольный. Кинул человека, чертила малохольный. Тут такая тема, даль бы ему врыла. Ну чую, все предусмотрела грёбаная игра. Кинул, 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 сука, кинул. 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 Слышу за окном, прошелестели шины. В хате появляются суровые мужчины. Держится уверенно, видно на работе. Я слегка напрягся, Андрей у них в почете. Говорит вот это, спиздил документы. Я впадаю в ступор, теряю аргументы. Андрюша заливается, еще он меня бил. Вот так из-за Андрюши я трёху получил! Кинул, 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 кинул.